Привет, друзья! С вами вновь канал All Models, и я Денис Демин. Продолжаем сборку аэродромного стартера. Давайте доделаем рулевую тягу. Сделаем еще одну палочку из тянутого литника. Продолжение, так сказать. Так, вот она где-то у нас... Где-то как-то вот так вот. Не внизу же. Скорее всего, вверху. Так, приклею сейчас к одному месту, потом уже ко второму подставлять. Подсохнет, отрежу. Вот, и высоковольтные провода. Давайте покрасим в светло-серый цвет. Будет имитировать у нас резиновую изоляцию. Так. Что-то у нас один изолятор куда-то опять вылез. Вроде не трогал. Иди на место. Так, ну и вот с этой стороны я тоже их сделаю черными. Со стороны свечей пусть будут белыми. Пока.
Так, и вот эта вот трубка, которую я так и не понял, то ли это начало выхлопной трубы, то ли она идет в радиатор, но у нее она тоже как бы такая резиновая. Поэтому я ее сейчас тоже сделаю серенькой, матовой. Так, и этой же краской сделаем ремень. Так. Сюда еще вентилятор надо приклеить будет. Не забыть. Так, и труба у нас это черная. Вот эта трубка тоже, по-моему, наполовину. Непонятно, из чего состоит. В общем, смотрел еще фотографии разных восстановленных машин. Везде настолько все разнится. На многих стоят современное оборудование, какие-то фильтра дополнительные. Очень трудно понять, где что натуральное, где что уже дополнили. Так, давайте вот эту отстегнем штучку. Я так понимаю, подсохло уже. Так, и ее тоже можно покрасить пока черной краской. Так. Так. Тяги. Тяги нам осталось. Тормозные.
Друзья, давайте пока мы будем делать тяги, так как я хочу сделать перед тонированием двигателя еще и на нем смывку, давайте-ка мы его покроем пока глянцевым лаком. В данном случае это Футура. Вот, для того, чтобы нам на нем сделать смывку. А после смывки мы уже будем его тонировать. Всякими грязями. Смывка, естественно, нас интересует только на алюминии. На черных крашеных деталях она нам сейчас пока не нужна. Сделаем, в общем, так сказать, потеки масла. Так, ничего я не пропустил. Вот, а теперь давайте сделаем тормозные тяги. Итак, давайте попробуем сымитировать тяги тормозные. Буду, наверное, основные тяги имитировать тянутым литником, очень тонкий. Вытянутый литник, наверное, нам проще будет его приклеивать. Вот. А всякие рычаги, вот чуть потолще, тоже тянутый литник. Здесь в коробке передач я просверлил по отверстию с обеих сторон. Поизучал фотографии, в общем, примерно что-то более-менее разобрался я, как там, что должно быть. Сейчас попробую это хотя бы примерно воссоздать. Немножко не масштабно, но надо, чтобы он отличался от тяг от самих. Поэтому сами рычаги чуть-чуть сделаем толще, чем нужно. Наверное. Хотя, может быть, и нет. Оценить размер достаточно трудно на фотографиях, которые присутствуют. Расширим отверстие немножко. Прям система проста до безумия. Прям от педали тормоза идет рычаг, на который крепится тяга. То есть нажимаете на педаль, рычаг поворачивается, тяга тянется. Эта тяга поворачивает рычаги, которые находятся напротив колес. Они поворачивают в барабанах, в тормозных барабанах, подводят колодки к внутренней стенке тормозного барабана. Вот и вся система. Представляю, как это тормозило. Тормозить, наверное, надо было начинать на очень большом расстоянии. А это мы сейчас имитируем, то есть этот рычаг, он как бы идет насквозь. Педаль у нас находится с левой стороны, а здесь просто идет балка, которую поворачивает рычаг для правой стороны. Вот и все. Так все просто.
крайней мере, то, что мне удалось разглядеть. Так. Здесь у нас на этой балке как бы тоже должны быть рычаги. Здесь я их имитировать не буду, потому что придется и форму балки переделывать. Вот, я здесь сделаю. То есть тут они у нас идут ближе к центру, а здесь уже через систему рычагов уже идут ближе к раме. Вот что мне удалось разглядеть. Ладно, давайте с запасом сделаем. Отрежем лишнее, если что. Так проще зафиксировать будет. Надеюсь, по крайней мере. Пусть сохнет. Так.
Не пойму, что-то не попадаю, что ли. Так, 1/4 готова. Теперь нам надо еще здесь, то есть у нас из колес идут такие рычаги со всех четырех, вот как-то так вот. К ним идут такие вот рычаги вертикальные. Тяга идет от этого рычага до этого. Потом проходит здесь еще один рычаг. Потом проходит до сюда, здесь еще один рычаг. Очень сложная система в плане имитации. Так. Как нам сделать? Как нам сделать рычаги? Здесь еще эти рычаги на кронштейнах отсюда вот идут. Тунс, тунс. Такие кронштейники. Так, давайте сделаем их из пластика. Доширак. Миллиметра полтора, я думаю, будет достаточно. Так, с одной стороны мы его сузим. Так, а с другой стороны надо сделать. Полукруг. Наверное, проще всего пробойником. Так, нам только по диаметру надо подобрать, чтобы у нас хорошо облегло. Ну, где-то ориентировочно. Ориентировочно где-то 2,2, да? Давайте найдем. Пробойник 2,2. Ну, надо же. С первого раза угадал. Глаз алмаз. Так, и пробьем со второй стороны закругление, чтобы у нас все это дело органично смотрелось. То есть вот как-то так вот. Видно, да? То есть у нас получится с этой стороны кронштейн такой, а здесь закругление, которым мы приклеим его к мостам.
Так. Кстати, сразу два получилось. Тугой пробойник, но он, в принципе, и таким и должен быть. Очень качественно сделанный. Так, готовый кронштейн только нам надо отсюда. Вот. Вот видите, как? И он этой стороной должен хорошо приклеиться вот сюда, куда-то вот сюда. Сейчас я к нему еще вертикальную дугу сделаю, и можно будет приклеивать. Вот эти малозаметные мелочи, они всегда занимают много времени на изготовление. Но когда их делаешь, это доставляет очень удовольствие, особенно когда все получилось. Получаешь от этого удовольствие. Так, нам сейчас надо примерно, что у меня тут такое. Примерно сделать одинаковую длину надо. Так, и его потоньше как-то сделать. Что-то он толстый как-то получился. Ну, вот примерно. Примерно похоже. Это два, и нам надо сделать еще два. Еще два кончика сделали. Пробойник можно убирать на место. Так, и теперь все я делаю на глаз, с учетом того, что реальная. По моему опыту это никогда не видно. Это видно только нам с вами сейчас. Поэтому делаю ровно, конечно, стараюсь, но не особо. Более-менее похожих кронштейна. К ним теперь надо приделать тяги. Так, примерно они у нас где-то также примерно. Примерно так. Так, это у нас
Одна – это вторая зеркальная. Так. И третья, четвертая в смысле. Такие крошки. Черный цвет все съест. И ничего не останется. К сожалению. Так, это оно у нас должно быть. Как бы нам ее тут присобачить-то? Попробую через верх. Чем хорош доширак? Тем, что клеится на модельный клей. Кстати, когда от пищевых отходов пытаетесь выбрать материал, проверяйте пластик на реакцию с модельным клеем, чтобы не мучиться и не клеить все на цианакрилат. Поверьте, это не всегда удобно, особенно когда большое количество одинаковых там каких-то перегородок, там ниши шасси вы сами там делаете или еще что-то. Гораздо удобнее делать все из пластика, который клеится на полистирольным клеем. Получается всегда гораздо аккуратней. Никогда у вас он не отвалится, как любит отваливаться иногда мелкие детали, приклеенные на цианоакрилат. У меня, например, всегда есть с собой старый бутылек модельного клея. Вначале я собирал все подряд, а потом просто стал проверять пластик. Перед тем, как выбросить, просто проверяю пластик на состав. Капаю каплю клея модельного и пальцем тыкаю. Если палец прилипает, оставляет следы, значит, это наш пластик. А если не оставляет, значит, выбрасывайте. Не нужен он вам, скорее всего. Ну, разве что линеечку сделать. Какую-никакую. Хорошо, но клеем не подлезть. Давайте все-таки снизу удобней. Снизу удобней. Много плюсов. Поправить можно. Следов не оставляет. Ну, в разумных пределах, конечно. Пластик к пластику хорошо клеится. Стянутыми литниками удобно работать.
В общем, у полистирола, который клеится модельным клеем, масса преимуществ. Так, это у нас должно как-то... Как-то. Короткая. Тонкий тянутый литник самый простой в изготовлении. Гораздо сложнее изготовить литник какой-то определенный. Определенный его диаметр. Теперь нам надо вот его здесь приклеить, здесь приклеить и здесь приклеить. Так как мы с вами пока собираем все-таки модели из полистирола, лучше всего с ним сочетается полистирол. Так, еще один найду такой кусок. Ладно, подождем. Так, у нас его хватит. У нас его хватит. Это у нас явно короткий. Ладно, подсохнет. Начнем дальше делать. Так, ну вроде высохло. Здесь он у нас прям на своем месте. Так, еще его как-то отрезать надо. Так, и подклеить к месту. Так. А здесь нам еще, я уже показывал, сейчас более будет понятно. Здесь нам еще вот так вот надо сделать. То есть вот эти вот цилиндрические тяги к каждому тормозному барабану приклеить. Вот, и получается у нас водитель давит на педаль. Тяга пошла, повернула здесь рычаг и здесь рычаг. Они в свою очередь поворачивают цилиндрические тяги, и они внутри барабана с помощью рычага прижимают колодки к внутренней стенке барабана. Вот такая вот конструкция. У современных машин грузовых примерно все то же самое, только тяга работает не на тросиках, а на пневматике. По крайней мере, был у меня МАЗ в свое время. И даже как-то я возился с ним. Помогал водителю. Так, сейчас. Видел. Из чего состоят там эти барабаны. Два кулачка, которые прижимают тормозные колодки. Кулачки поворачиваются также, в принципе. Только или на гидравлике, или на воздухе. Так как у МАЗа там все в основном работает на воздухе, 8 атмосфер. Все-таки. Если я ничего уже не путаю. Так, еще 2 секунды пусть подсохнет. И приклею к этим. Хотя, пожалуй, давайте-ка сразу и к барабанам тяги сделаем. Чего ждать? Так, я вложу, чтобы он поустойчивый был, не на одном двигателе лежал.
Так, и здесь. И здесь у нас он будет в барабаны, я вкручивать его не буду вставлять, потому что у нас они приклеены к колесам. Колеса, когда будем выравнивать, их надо будет крутить, скорее всего, поэтому мы сделаем вплотную. То есть колесо встает, и у нас создается иллюзия, что это все дело входит вовнутрь. Так, что-то как-то немножко кривовато, что ли. Давайте-ка сместим немножко. Там было как-то параллельно. Хотя, конечно, не факт, что она должна быть параллельно, но тем не менее. Чтобы зрительно не казалось криво. Вот так вот. Торец выравниваю. Так вот более ровно. Так, ну и давайте с этой стороны тоже приклеим. А потом уже тягу. Очень удобный клей. Творит чудеса. И не надо париться за то, что где-то мазнешь неаккуратно. Что-то я коротковато, по-моему, отрезал. Отрезал ты не коротковато. Вот как ее приклеить. Вот такой вот лес палок всяких разных. А, нет, еще не все же. Еще же не все. Так, во-первых, вот эту отрезать. Так, и... Тягу еще прихватить в паре мест.
Так, ну и отрежу я ее, когда подсохнет. Большое дело сделали, хоть оно не сильно заметное, но прям долго я к ней готовился. Не хотелось мне прям вдаваться в подробности этих тяг, где, как, какие рычаги. Пришлось достаточно много фотографий просмотреть, чтобы понять вообще кинематику этой системы. Вот, но слава богу, фух, справился. Вот, на этом я, наверное, сегодняшнее занятие закончу. Теперь мы сможем спокойно покрасить остатки и можно будет собирать колеса в кучу. И можно заняться уже кузовом, кабиной, капотом. В общем, всем самым зрелищным и интересным. На этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки. Рекомендуйте друзьям. Всем спасибо. Всем пока.